Подписчикам всем привет! Сейчас расскажу об одном способе интересном, с помощью которого можно облегчить немного себе жизнь. Многие сталкивались с проблемой, что в уши попадает вода, и ее оттуда удалить зачастую очень сложно. Это бывает при купании в озере, в пруду, в ванной. Вода попадает, разбухает потом серная пробка, если они у вас есть, и возникает отит. То есть заболевает ушной проход, ухо, наружное ухо. Я придумал одну вещь, с помощью которой можно эту проблему решить. Я занимаюсь сорбентами, в частности циолитами. Циолит – интересный такой алюмосиликат природный, но это в данном случае синтетический, который применяется как активный осушитель и как аккумулятор низкопотенциальной теплоты. Но с его помощью можно решить много прикладных проблем. В частности, вот эту с ушами. У многих есть вкладыши после наушников, которые сделаны из силикона, имеют внутри отверстия и грибок, который уплотняет ушной проход. Много разных запасных вкладышей под все типа размеры уха. Я сейчас вам покажу, как его использовать для цели как раз вот этой просушки и лечения ушей. Циолит этот сделан в виде вот таких вот колбасок, которые сформированы и достаточно плотные. И они легко помещаются вот в этот самый вкладыш. Я взял термодатчик с показателем температуры. Вот он, у меня прибор показывает температуру 27, тестер. И поместил туда вот эту колбаску циолита. Сейчас я вам покажу, как это работает. Мы ее немножечко увлажним, то есть создадим ситуацию как раз увлажнения в ухе. То есть немножечко воды. Вот поместили буквально каплю воды на этот самый циолит. И смотрим за температурой. Температура при поглощении, при сорбции начинает возрастать. Подъем температуры небольшой. То есть в пределах 40 градусов. 40 градусов. И этот циолит, колбаска, пока не вытянет всю влагу из ушного прохода, он будет все время вытягивать ее. Вот еще раз я ее увлажняю водой. Вот я ее увлажнил. Идет реакция сорбции. В момент сорбции поднимается температура. Температура на этом самом циолите и на вкладыше. Вон температура 32. Подъем температуры до 40 градусов. 32. Видите, идет подъем температуры 41, 42, 41, то есть с исходной. Такой мягкий подъем температуры 43 градуса. До тех пор, пока влага есть, циолит вытягивает ее из уха, вот 42 градуса, 43, и мягко греет, прогревает ушной проход и вытягивает полностью влагу. Потом, когда пробка у вас обезвожится, вот он разогревается, его чувствуется даже в руке, идет
температура 40. Вы потом пробку можете легко удалить, а воспаления не будет. Вот такое интересное свойство циолитов. Они сейчас широко применяются в косметике, в частности в медицине. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.